Суд Симферополя заочно арестовал депутата Верховной Рады Украины Мустафу Джемилева. Бывший председатель Меджлиса крымских татар объявлен в федеральный розыск. Об этом только что сообщила прокурор Республики Крым Наталья Поклонская. Она также рассказала, что против политика возбуждены сразу несколько уголовных дел. По каким статьям, не уточняется. Известно, что именно Джемилев был одним из организаторов так называемой блокады Крыма. Кроме того, многие считают, что он стоял за подрывом опор линий электропередачи в Херсонской области Украины. Из-за этого в Крыму в конце минувшего года были перебои со светом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.